Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Але почнімо з цікавих подій, які відбуваються всередині російських військових, воєнізованих, зачасту незаконних формувань. Угрупувань, як оці павуки в банці, починають, напевно, один у одного жерти. Сьогодні Кадиров почав розшукувати свого найкращого друга, свого поплічника, праву руку Адама Делімханова. Так вони любили дружити. Ось це Адам Делімханов. От вони просто рідніше один одного немає, каже Кадиров. Мой дорогой брат його називає. І тут почала надходити інформація, що його ліквідували. Потім, щоправда, спростували це в Держдумі Російської Федерації. Кажуть, що він, мовляв, поранений, але живий при цьому. Ну, а сам Кадиров звернувся до української розвідки. Каже, прошу українську розвідку предоставити інформацію о том, по какому іменно місту і по яким позиціям був нанесен удар, щоб все-таки я смог знайти моєго дорогого брата. Це я цитую главу Чечні Рамзана Кадирова. А дехто каже, може тут якась доля сарказму, що він звертається до розвідки. Ну, а може і ні. Ми всі пам'ятаємо з вами, як він коня шукав. От тепер Делімханова шукає. Коня знайшов, Делімханова ні. Нагадаю, це той Делімханов, який стрілу назначав Пригожину, що ми з вами цвіт теж обговорювали. А як ви думаєте, а може це Пригожин і підказав місце дислокації Делімханова на Запорізькому напрямку? Ну, знаете, я все допускаю. То, что сейчас происходит с российской армией, которая разделилась на какие-то феодальные отряды, я допускаю там все, что хотите, может быть. Это как во время крестовых походов, да, они еще не доходили до сарацинов и уже начинали биться друг с другом из-за каких-то там обид, дуэлей, там, оскорблений и так далее, и так далее. Но, слушайте, Делимханов, я не знаю, я не могу судить, насколько он близок к Кадырову, потому что, давайте не забывать, что на Востоке брат – это такое общепринятое, значит, такое общепринятое обращение. Вот здесь в Израиле тоже, особенно это распространено среди выходцев из восточных общин, обычное обращение к любому человеку, которому человек проявляет симпатию, например, к клиенту в магазине, которого он видит первый раз в жизни, он к нему сразу обращается «мой брат». Поэтому, да, я бы не преувеличивал эмоциональную связь между ними. Я думаю, что там связь как раз-таки интересов. И все-таки Делимханов возглавлял вот этот Ахмат. Это тоже, я так понимаю, ЧВК, которые сейчас вступают в Министерство обороны. И, по всей видимости, именно их должны были, как сказал Путин, да, их должны были перекидывать в Белгородскую область для того, чтобы они защищали российскую территорию от предполагаемых диверсантов. Но, да, Путин заявил, что на территории Белгородской области больше ни одного диверсанта нет, что тоже, в общем-то, меня вызывает некоторые сомнения. Потому что, ну, я не видел ничего, что подтверждало бы, что РДК и Легион Свободы России оттуда ушли, так называемые диверсанты. Но Кадыров очень даже хотел бы сейчас прикарманить еще одну область, получить еще одну вотчину. Че, царь-королевство ему давно уже тесновато в Чечне. Да, вы помните, как он начал отжимать какие-то территории в Ингушетии и заставил главу Ингушетии подписать с Чечней договор о том, что они передают эти территории. Там в Чечне начались беспорядки, которые жестоко очень задавили. Но сейчас он готовится к получению Белгородской области. И тут незадача. Делимханова убивают. Поэтому, конечно, Кадыров сейчас, ну, я не знаю, кто написал, он ли сам это написал. Очень может быть, что у Кадырова было такое эмоциональное решение обратиться к украинской разведке. А может быть, он уже готовит для себя какие-то отходные пути для того, чтобы соскочить с этой войны, дистанцироваться от Путина и потом сказать, что вот украинский народ, чеченский народ, давайте начнем отношения с белой страницы, забудем старые, устроим новый лад, как там говорилось в стихотворении, да, я не только впредь не трону ваших стад, как в басне Крылова, но я, да, информация пока не подтверждена, но учитывая, что Делимханов столько времени не выходит на связь, значит, скорее всего, он убит.
Ну, есть еще одна версия, что он куда-нибудь удрал. Сам соскочил, но я в это верю мало, поэтому думаю, что, скорее всего, он убит. Если бы он был тяжело ранен и был бы доставлен... Если он тяжело ранен и где-то валяется, и никто не знает, где он, то, соответственно, это все равно, что он убит. Да? Если он тяжело ранен и доставлен в больницу, то первому позвонили бы Кадырову, и он бы не искал его и не обращался к украинской разведке, к Буданову, чтобы ему передали информацию, куда именно... украинские, куда именно ВСУ стреляли. Поэтому я думаю, что, скорее всего, он действительно мертв. Мы не будем с вами его оплакивать. Да? Пусть с ним Аллах разбирается, за которого он так всегда топил. Вот. А, конечно, с точки зрения международного законодательства, абсолютно военный преступник, человек, который наверняка на своих руках носит много крови, и я имею в виду и внутренних, внутренние репрессии, всякие бандитские разборки. Ну, мы много чего слышали. Про Делимханова, конечно, он не был официально осужден, конечно, он никогда бы его никто там не судил в России, но да, бывает, бывает. Кстати, Делимханов – это даже более крупная фигура, чем вот этот генерал-майор, который погиб, как его, Горячев, что ли, его фамилия. Даже крупнее Делимханов, конечно, даже более значительная фигура, чем Горячев, потому что, ну, собственно говоря, Горячева, ну, мы не слышали, чтобы кто-то его прям так оплакивал из российского руководства. А, да, Делимханов имел значение, имел вес, он держал в страхе всю Россию, и я думаю, что его гибель – это будет такое знаковое событие для других российских всяких генералов. Ну, а Пригожин наверняка потирает руки, я не думаю, что Пригожин стоит за... Хотя, может быть, я уже во все могу поверить, что он слил украинской разведке эти данные, но очень может быть, что он просто радуется, что так вот такой счастливый случай подвернулся, да, и несомненно, что он радуется, потому что этот Делимханов забивал ему стрелку бандитскую, да, помню эту ситуацию. Так что вот как-то так...